Айнур – обычный парень-студент. Каждый день он приезжает на занятия в нефтяной институт из Лениногорска. Однокурсники всегда знали, что у него добрый, покладистый характер. Новым открытием для них стало известие о том, что Айнур – настоящий герой. Этим летом 21-летний студент АГНИ спас маленькую девочку, которая чуть не утонула на каскаде прудов Лениногорска. В июльский день Айнур занимался на стадионе в своем родном городе. Вдруг он услышал жалобные крики ребенка и зов женщин о помощи, доносящиеся со стороны водоема, расположенного неподалеку. Айнур моментально среагировал на крики, перепрыгнул через высокий железный забор стадиона и побежал в сторону прудов. Увидев малышку в воде, ни минуты не раздумывая, парень бросился в воду. Даже не сняв ни одежды, ничего. И тут же прыгнул за ней. Но она была где-то в метрах 4-5 от берега. Берег у нас в той области имеет плиты, и потому вроде бы как собрать ее было проще, а вот забраться было тяжелее. Но затем там подбежала девушка, и она спросила, не нужна ли мне помощь, после чего я ей отдал девочку. Благодаря отважным действиям Айнура девочка была спасена. А потом безымянного героя долго искали. Администрация Лениногорска и местные издания нашли юношу, спасшего ребенка. Им оказался 21-летний студент АГНИ Айнур Сабитов. И вот волнующие минуты. В институт приехало руководство Лениногорского муниципального района, чтобы наградить храброго парня благодарственным письмом и памятным подарком. Нам очень приятно, что такие ребята учатся в нашем институте, потому что мы представляем, что нефтяники – это обязательно люди храбрые, люди мужественные, люди способны принимать решения и решать очень трудные задачи. По твердому убеждению руководителя исполнительного комитета Лениногорска Нафиса Ибраева, народ должен знать своих героев. Мужчина ценен именно в том, что он готов в любое время встать на защиту любого человека, будь это маленький, будь это пожилой. Гордимся им, да, что учимся рядом с ним, что все-таки жизнь ребенка, ребенок маленький, не дай бог, что случилось. Молодец, что совершил такой поступок. Мы гордимся. Возможно, Айнура представит к медали за спасение утопающих. Руководство Лениногорского муниципального района обещает ходатайствовать о представлении героя к этой награде. Сам Айнур героем себя не считает, а наградят его или нет, ему не важно. Лишь бы девочку больше не оставляли без присмотра. Амина Еникиева, Николай Быков, Альметьевск ТВ.